Мур, привет, друг. Из-за технических проблем задержался обзор на Каю, но тут есть что рассказать. Хоть и раньше герой был довольно сильным, но скиллозависимым, разработчики все же решили добавить ему больше популярности, изменив навыки. Начнем с пассивки. Кайя дает электроразряд цепной молнии по 6 целям. Сила молнии высчитывается от магической силы, плюс 7% максимальных хп цели. Перезарядка 6 секунд. Вот это я понимаю пассивка, а не то, что у Эстеса. Разряд мощный и вызывает магические статусы. Антихил, горение и прочее. Золотым посохом КД не ускоряется и слава богу. Первый навык. Знакомое нам электрокольцо. Но убрали статику и кольцо бьет столько раз, сколько заденет противника. Мне удавалось сделать 4 раза, но если потренироваться, можно больше. Кроме урона, кольцо еще и замедляет врага на 40%. А также сокращает КД пассивки на 2 секунды. Сразу есть комбинация. Удар, разряд, удар, и мы его теряем. В смысле побеждаем. Второй навык. Электробомбы. Кайя сильно ускоряется и начинает через каждые полсекунды выбрасывать бомбы. Урон средний. Статусы навешивает и отлично сочетается с ультой. Ульта. А вот отличную ульту не тронули. Связывание и таскание за собой. Теперь смотри. Хватаем противника, шарахнув предварительно с руки. Тащим за собой, разбрасывая бомбы и активируя первый навык. Поскольку оба навыка можешь делать не останавливаясь. Хороший контроль и уйма урона. А ты говоришь: Франко, Франко. Вот такой Кайя на тестовом. Подписывайтесь и показывайте видео друзьям. А на этом хорошие новости все. И если не хочешь портить себе настроение, лучше выключи видео. Я подожду. Теперь, если ты решил остаться, то слушай. У меня сгорел монитор. И это видео я монтировал на занятом у друзей. Огромная благодарность тем подписчикам, что поддержали канал любой суммой. Их, кстати, за день было 10, на сумму 812 рублей. Стоит отметить фееричных дебилов, пишущих что-то вроде «иди работай». Я не могу даже представить, как работает логика таких людей с такими кретинскими комментариями. Смотри, я работаю, а потом в свое свободное время записываю и монтирую ролики, в которых я просто рассказываю и делюсь тем, что знаю, не корчи себя супер игрока. Каждый ролик занимает порядка 8 часов. Запись, сценарий, озвучка, монтаж. Это несколько часов бесплатной работы. И это нормально хотеть хоть какой-то фидбэк. YouTube в России почти не платит. И каналы существуют только за счет или поддержки зрителей, или рекламы. Не нравится — отписывайся. Соотношение в количестве нормальных зрителей только увеличится. Кто готов бесплатно годами работать? Каналу 2 года, почти 40 тысяч подписчиков, поддержало 10 человек. Хотя бы половина подписчиков скинулась бы по 10 рублей на развитие канала, сделанного для них, можно было бы взять не только монитор, но и поднять визуальное и звуковое наполнение. Ну что ж, с этим все ясно. Не жалуйтесь на рекламу и отсутствие стримов. А кто захочет поддержать развитие канала, ссылка всегда есть в описании. Удачи, друг!